Сложные климатические условия, засуха и устаревшая сельхозтехника – это ключевые факторы спада урожайности в Кызылординской и Туркестанской областях, по мнению местных аграриев. И такая ситуация практически во всех регионах страны. Машино-тракторный парк изношен на 76%. Как готовятся к посевной и каковы перспективы высокотехнологичного растениеводства в нынешних реалиях, узнавал Вячеслав Ветлукин. Давно списанные тракторы и комбайны готовят к посевной в Туркестанской области. Приобрести новые значит уйти в убыток. Свободных средств тоже нет. В условиях жесткой экономии аграрии восстанавливают старые машины. В Ардабасинском районе не продали даже пшеницу прошлого урожая. Этот трактор мы приобретали 15 лет назад. 3 года назад все-таки купили комбайн, однако обслуживать их все сложнее. Очень подорожали запасные части. Обновлять технику мы не можем, не хватает оборотных средств. Схожее положение дел и у соседей. 16 тысяч агромашин местных крестьянских хозяйств изношены почти на 80%. При этом в Туркестанской области ежегодно обновляют лишь 5% сельхозтехники. На основе программы «Аула Манаты» мы планируем в этом году профинансировать закуп сельскохозяйственной техники и, наконец, заняться решением многолетних проблем с эксплуатацией старых машин. Вполне резонно аграрии говорят о необходимости увеличить субсидирование во многих сферах сельского хозяйства. По официальным данным, использование устаревшей сельхозтехники на 20% повышает затраты на топливо и на 15% снижает производительность в ходе посевной и при уборке урожая. Поэтому в правительстве решается вопрос, как привлечь инвестиции в агробизнес. В нынешних условиях мы вынуждены решать проблему нехватки воды и техники через сокращение хлопковых полей. Будем менять концепцию в пользу более устойчивых засухи культур. Увеличим посевы кукурузы. Впрочем, и это не решение проблемы. Профильному министерству и акиматам важно разработать проекты высоких технологий для сельского хозяйства, выполнить поставленные президентом задачи, ежегодно обновлять до 10% сельскохозяйственной техники. Вячеслав Ветлугин, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Куаныш Абуов, Туркестанская область, 24 КЗ.